Ну что, вы готовы кататься? Напоминаю, что этого человека зовут... Да зовут его Вальдемар. Не надо меня звать, я сам приду. Эту девушку зовут 1 мая Вальдемар. Какие-то приехали какие-то друзья с отмороженными именами, а? А я все время кушаю в кадре. Бон аппетит. Так по тебе и не скажешь. Ну что, все, собираемся, погнали. Что сидим? Кстати, будет рыбалочка, блесенки. Так, а я напоминаю, что к нам приехали наши друзья на лодку. Выгоняем алкоголь. А это вот ты зря такое говоришь. Он все врет, он все врет. Непопулярная тема. Непопулярная тема на яхтинге. Итак, сейчас что решили? Вот у нас есть чемоданчик. Мы сейчас его грузим в тузик и едем кататься на доу. Я уже говорил и показывал, что у нас есть друг Иса. И вот Иса — это тот человек, который это не нас... Я, это нет, не он, да. Который нас просто заставил сегодня, вместо того, чтобы с утра начать нормально бухать, как все нормальные люди. Нет, спорт, кстати, рыбалка. Берем все. Рыбалка. Ну что, жгешь адским огнем? Да, по волнам. Кстати, сегодня же у нас здесь регата, Саша, ты знаешь, да? А что, сегодня? Завтра? Не, сегодня первый день, вон все готовятся. А во сколько старт? Старт в 11:30. А ветра не будет, и это будет дизельная регата. Мы уже катались на этой прекрасной лодке. Теперь номер два. А вы еще не катались на этой прекрасной лодке? Мы катались без мотора, а мы теперь с мотором. Ага. Черт. А рыбу вы ловили? Нет, мы рыбы никогда не ловили. Чем будем заниматься? Сейчас будем газовать. Куда выходим? Выбирай себе маршрут. Так типа. Я авиаторный. Все, поворачивай туда. Все. Или куда? Я думаю, обходи с этой стороны. Давай. Ага. А? А мы как туристы. Тут туристы, туристы. Но... Русу туристы облику морали. Мы участвуем. А давайте на доу погоняем, а? Иса! Let's race in the доу! Коле-коле? Поле-поле? Коле-коле. Коле-коле. Коле-коле is one fish, I call him Коле-коле. Коле-коле. А, окей. But we have a big one, we need to try. Ну що, ви вирішили продовжувати наш блог на українській мові? Тому що англійська не подобається нашим глядачам. Олександр? Це чудове рішення, ми тебе підтримуємо абсолютно. Так, тобто всі наступні відео у нашому блозі будуть тільки на рідній мові. Для тих наших рідних 5 українських підписників. Підписників. А зараз ми починаємо ловити рибу. І так, кіпара. Give it to me, please. Це вже не українська мова, це інша. О, є. Іса, how far it should be? Like this? It's okay? Yeah, it's okay.
Yeah, it is. А вот это пляж, на котором Дина собирает ракушки. But it's possible to come here by dinghy, easy. Ага. Ну что, начинаем яхтить? Починаємо. Здесь это вот так делается, смотри. Руки. Еще потянуть. Yes. More? Expert. Do expert. Туши. Да, пускай висит, но не важно. О, это красота. И музычка в тему. Ну, набагато краще. Так, так, зараз набагато краще. Мені подобається це найбільше зараз. О, look. Іса, how deep now? Like 1 meter. You need to lift some that small pin on the left. Yeah. Саш, помнишь же, как он поднимается? Yeah. А, да, эту штуку кверху. Yeah, and now you can lift it. Yeah. Саш, давай. Вот впереди птицы летают. Это значит, там есть рыба. Ну что, вам нравится поперечная качка? Is it catamaran? Catamaran, yeah. Is it not doll? Yeah, catamaran. Ah, okay. But fishing also. Ah, okay. But I thought it is just normal doll. Yeah. Yeah. Ну что, рыбы нет. Мы проехали мимо вот этих птиц летающих, ничего нам не поймалось. У нас это... Да, поймался полиэтиленовый пакет. Это нас совершенно не остановило, но расстроило. Так продвигается рыбалка. Туда и идем. Туда и идем. Налава? Эта лодка называется Налава. It's a little bit shallow here, yeah? Вот сейчас мы заходим снаружи в Такаунгу. Туэнде Такаунгу. А музычка-то напряжённая.
А вот еще кто-то, видно, два спуска идет. Вау, вообще круто. Мы сейчас чувствуем, мотор касается дна. Стак! Стоп, гайз! Вот такая здесь глубина. Oh, it's okay. Yeah. I said that this is water level. Yeah. Very shallow. Kidogo, maybe. Yeah, Kidogo, Sava. По колено, чуть выше. Выше колено. Иса, to end the to hapa? Yeah. Sava. To end the hapa. To end the hapa. Sasa? Sava. Sava. Диночка. Let's go investigate. Let's investigate. Иса решил от нас уехать, судя по всему. То, как он наваливает с нашим мотором. А это местные дети тут гуляют. Идут купаться, кстати. Hello. Ну что, вам тут нравится? Конечно, самое волшебное место в мире. У нас чемоданчик сейчас будем запускать. И вот мы сейчас приехали на Такаунгу Крик. Эй, туземцы, мзунгу, как дела? Неамачома. Гриль. Такой вот здесь очень живописный залив. Октопус. Октопус. Very, very, very small. Where? Октопус. Вон, видишь? Нет. На камне. Вон в камень залез. Там дырка, то он туда поместился. Вон три ноги торчат, видишь? Yeah, it's this one. Это звезда. This one. No, this is... Это такие же, yeah, это like такая this, же звезда. Не, не, там проблем, no problem. Нет, там был чистый осьминог. Правильной формы. No, here, this one, those two legs, they're of octopus. Да, because да. In the hole inside. Are you sure? Чистый, да, это был чистый осьминог. Иса, he said it is octopus. That's very small. Yeah, I like octopus, but I like... No, it is not star, it is octopus in the stone. Иса, you look very strange with that. Вау. Иса, how old is this baobab? Fifteen. 15? 15. Ah, 15? 15, yes. That's it, Baba. The selling, the one small one? Yeah, yeah. See, they're fast. Yeah, they're fast. So the number two is a... Дети, Иван и молодость, уже пора. Jumbo! Jambo bwana, habari gani, mzuri sana, wageni, makaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Nice, Isa. Jambo, jambo. Здесь вот мы пришли, тут такие ванны прикольные.
А вот наша лодочка.